Сегодня прокатимся по улице одной из центральных. А пока катаемся, расскажу, что с нами случилось. А случилось с нами следующее. В пятницу я получил отказ из, у Жонда по карте Побыту. С мотивацией то, что они не увидели причин мне эту карту выдать, так как они в упор не захотели увидеть засвечение из школы полициальной косинус. Ну, когда отправляли, мы делали ролик, вот его там посмотреть можно. Мы все даты проверяли, все-все-все, сами видели. Вот, делали это все по списку и в строгом соответствии с требованиями. Однако, то ли везде есть обезьяны, то ли мы перехвалили, Но это вряд ли, конечно. Вот. Тем не менее, эта обезьяна не в Ужонде пожелала не увидеть тех данных, которые нужны. Засим получили адмову. Вот. Ну, по факту этой адмовы обратились к правнику, то бишь юристу, который на основании вновь полученных нами документов в Косинусе сделает апелляцию. Так что будем собирать документы. Ну, я думаю, так как мы подаем не по новой, а подача документов будет в виде апелляции на неправомерно принятое решение, то и, соответственно, документы приложим все старые, кроме тех, которые у нас изъяли при первой подаче, ну, в частности, от Косинуса. Вот, от Косинуса будут новые, но с теми, с прошлыми датами. Вот. Но попозже расскажем, что да как. Ну, насчет Косинуса тоже вышло не без прикола. Нормальные люди сейчас в урлопе, то бишь в отпуске. Мы зашли в секретариат. Там какая-то девочка с гонором. То же самое. Скажите, что там был за брак информации, мы напишем справку. Я говорю, ну вот, почитайте решение об отказе. Я не буду ничего читать. Я говорю, хорошо, сейчас я тогда наберу своего юриста, она вам объяснит, что и как. Я не буду ни с кем разговаривать. Хорошо, говорю, тогда сейчас юрист напишет, что нам надо, какую справку, какого характера. Вот. Хорошо, говорит, пусть напишет. Юрист написала на телефон. Я говорю, Надь, простите. Это нифига. Вон бумажка, берите, пишите. И все это с таким гонором, как будто она не секретарь, а я не знаю, там, как минимум, да, дочь падишаха какого-то. Вот, но тем не менее справочки они нам дали.
Ну, у кого была аналогичная ситуация, могу посоветовать следующее. Можно, первое, подать заново, то есть плюнуть на все, собрать весь пакет документов, подать эти документы почтой и так далее, и так далее. Мы описывали это все дело в своих роликах. И в соответствующие сроки ждать децизии. Это первый способ. Второй способ – это написать апелляцию, обвалование, так, как сделали мы. Здесь можно ждать, как говорит правник, как повезет. Либо ответят в 7 дней, либо можете ждать до 3 лет. Ну, мы никуда не торопимся, не спешим, поэтому мы можем подождать. Еще один способ – это, как говорится, забить на все и продолжать находиться на визе. Так как сейчас идет пандемия, никто не отменял, и виза якобы будет считаться у вас автоматически продленной. Также по информации от юриста, 99% подающихся от полицейской школы получают отказ. Так что удачи вам, всего хорошего, спасибо за просмотр, пока!